Всем добрый день. Камера морская, без всяких линз, без всего-всего, поэтому извиняйте. Картинка может быть не такой, какой вы привыкли. А я предлагаю вам прогуляться. По набережной. Денек отличный, погожий, красивый. Люди вышли на улицу, блогеры тоже. Но они стараются не заходить, но все равно бывает так, что и лень. Либо дождик. Пройдем по набережной, посмотрим, какова она в феврале месяце 2022 года. Запоминайте. Блин, я, честно говоря, немножко волнуюсь, так как с этой линзой не знаю, что как. Угол. Так что выйдет, то выйдет. Угол не такой широкий. Ну ладно. Вышло солнышко, а вместе с ним вышел весь народ. Ну не весь, конечно. Все желающие прогуляться. И вот вы заметили, солнцезащитные очки сегодня могут пригодиться. Очень даже. Ракет вот этот как висел на дереве, так и висит. Пока не прохудится, наверное, будет висеть. Я, может быть, конечно, быстро уйду. Всегда быстро хожу. Кафе «Прибой» появились столы. Их убирали на какой-то период. Не знаю, работает, не работает. Нет, похоже, кафешка не работает, но для удобства гостей, вот, чтобы отдыхали люди, видите, сделали. Можно пойти со своими, так понимаю. Вот тут играет музыка. А, ресторанчик вот работает, кстати, пожалуйста, все желающие в ресторан «Прибой» можете прогуляться. На причале ведутся работы, как видите. Даже вот сегодня, хотя когда еще, в самый погожий день-то и надо работать. А на набережной, вон, что-то аншлаг. Детвора. Вот, и похоже, в общем, потом увидите. Вот сделаю, потом покажу. А то так спалю, раньше времени неинтересно будет. Поэтому пока я буду воздерживаться от показывания, что творится на причале. Прошу не сравнивать Сочи. Сочи наверняка сейчас толпы большие. Ну и у нас тоже вот так вот хорошо. Еду. Кавказы работают. Народ фотографируется. Я не исключаю, если кто-нибудь даже будет загорать. Я был тому свидетелю не так давно на пляже с Вирском. Мужчина загорал. Он встал в таком укромном местечке, где ветер его не доставал. И в прямом смысле этого слова загорал.
Вот такая вот набережная нынче. Купающихся не встречал. Ну, гуляющие по набережной, по пляжу есть. Работает кафешка Челентана в районе Свирского, социалистической народы, как всегда, больше. Блин, играет музыка. Ну вот, хотел Челентана вам показать. Не по-нашенски поют. Поэтому мы с вами тоже свернем чуть-чуть. Не знаю, видно вам или нет, вот там он полно народа. А вот ветерок сильный. Люди гуляют. Ветерок присутствует. Вот такая вот набережная нынче. Вот этот погожий денек. Кафе «Маяк» закрыто. Ну, в принципе, все кафешки закрыты. Много мамашек с колясками. А мне уже жарко. Даже есть один доберман. Пинчер. Два добермана. Вот один. Вот слева другой. Нифига себе. Вот так вот. Ребенка напугал. Без намордника сразу вот раздалось. Ну действительно как-то, знаете, так. Волнительно, скажем так. Ну, мы, в принципе, с вами прошли всю центральную часть набережной. Дошли до улицы Социалистической. Ну, где-то тут я вам скажу до свидания. Вот как бы так. Сейчас вот. Все. Всем пока. Всем до новых встреч.